Всем привет! Я вчера ночью не успела погладить. Я все приготовила. Обувь. Образы. Осталось все это только пропарить хорошенько. Сегодня вам покажу красоту. Посмотрите, какой шикарный цвет. Это брючки. Видите, я вам уже кусочек показываю. О, елка, скажи. Сына, ты меня любишь? А чей ты сын? Да-да. Ты мамин? Да-да. Мамин? Да-да. Рамир, ты Дадакин сын? Да. А где мамин сын? А? Где? Сынок, где мамин сын? Не надо мне елочку. Ты Дадакин сын? Ты Дадакин сын? Мамин? Да. Уже на месте. Приехал. Что, холодно? Да? Все, давай. Здрасте, здрасте. Ардак со своими вещами. Я со своими вещами. Хорошо работает, тот вкусно. Ест. Все верно. Сейчас покушаем, чуть-чуть отдохнем и поедем куда? На Европу. Да. Ой, как вкусно. Такие голодненькие. Заказали такой салатик теплый из баклажан. Шашлычок, который идет, да? Куда мы столько заказали, как обычно? Как будто у нас 10 человек. Сейчас купим продуктов и домой, да? Да. Давайте. У нас в магазине только сегодня не было. Мы так устали, вы не представляете. Сегодня, оказывается, начался праздник. Меня поздравляют. Алина, здравствуйте, с праздником. Я такая, какое сегодня число? 21-е. Голова. Все забыла. Девчонки сразу мои. Мама, как же баурсаки, праздник ведь. Мама все исправит. Утром вам будут баурсаки. Поэтому утром будем печь с вами баурсаки. А пока я пойду прибираться и, наверное, уже лягу спать. Все, я никакая.